Финансовый кризис 2008 года показал нестабильную экономическую ситуацию во всем мире. Следствием стали тотальная безработица, повышение уровня цен, но вместе с тем понижение заработных плат. В той ситуации выиграли те, кто не надеялся на авось, а заранее позаботился о грамотном вложении своих денежных средств. Не секрет, что экономическая ситуация в мире, да и в нашей стране, до сих пор нестабильна. Именно поэтому важно знать, куда, а главное, каким образом лучше инвестировать. В недвижимость выгодно вкладывать средства на сегодняшний день. Ну, это показывает, во-первых, динамика цен, то есть за последний год цены выросли на 10%. Плюс, если мы с вами говорим о недвижимости как о вложении, то есть мы с вами купили квартиру, запустили туда арендаторов, то арендные платежи, они дают в среднем 6-8% годовых плюсом. То есть 10% у нас выросла цена недвижимости за год, плюс 8% получили мы денежных средств от арендаторов. Итого 16-18% годовых. Полезная информация от специалистов. Эксперты и аналитики составили рейтинг наиболее перспективных городов России для инвестирования в жилье. Первое место в рейтинге занял Екатеринбург. Население 1 363 000 человек. Объем жилищного строительства в 2010 году 1 026 000 квадратных метров. Средняя цена квадратного метра варьируется от 52 до 55 тысяч рублей. Оказалось, что Екатеринбург является лидером среди региональных городов в сфере высотного строительства. Инвестировать, на наш взгляд, лучше всего в городскую недвижимость, которая подразделяется на жилую и на коммерческую по назначению, соответственно. Если мы говорим о коммерческой недвижимости, это офисные помещения, помещения, предназначенные под там, магазины, то, конечно, здесь доходность, она даже выше, чем от жилой, если мы говорим об аренде последующей. Порядка 10-12% годовых. Нюансов при покупке недвижимости масса. Трудно разобраться со всеми тонкостями этого процесса без помощи профессионалов. Да и зачем? Опытные риэлторы всегда рады помочь. Обратить внимание следует на риски, то есть чем мы рискуем. То есть если мы говорим с вами о новостройках, то, конечно, здесь надо проверять компанию застройщика. То есть насколько компания серьезна, то есть какие у нее проекты есть помимо того, в который вступаем мы, то есть потому что, как правило, каждый последующий проект финансирует строительство предыдущего. Есть ли у компании партнеры, гаранты, банки, другие финансовые там, институты, учреждения. Что будет с политической или экономической ситуацией в мире, не предугадать. Даже при условии нормального функционирования государства, собственная экономическая безопасность должна быть превыше всего. Грамотное инвестирование – залог надежности и благополучия вашей семьи. Бюро недвижимости Зыряновой готово оказать профессиональную помощь в приобретении жилья. Специалисты агентства обладают достаточным опытом в проведении подобных сделок. Кроме того, партнерами бюро недвижимости Зыряновой является не одна, а несколько кредитных организаций, которые предлагают низкие процентные ставки по ипотеке. Звоните 283-0111. Приходите по адресу Первомайская, 15, офис 502. Смотрите далее в программе «Полезные метры». Готовимся к зиме. Интересные факты о снегоуборочной технике. Воры обойдут ваш дом стороной, стоит только установить уникальные охранные системы. Стильный, а главное экологичный дом. Выбираем отделочные материалы. Техника всегда приходит на помощь. Только вот позаботиться о необходимом инвентаре нужно заранее. Иначе желаемой модели может просто не оказаться в наличии. Именно по этой причине специалисты рекомендуют готовить сани летом. Особенно это касается снегоуборочных машин, которые вызывают небывалый ажиотаж в зимний период. Основная группа, представленная на рынке снегоуборочной техники, бензиновая. Мощность машин варьируется от 6 до 11 лошадиных сил, в зависимости от ширины снегозахвата. Специалисты рекомендуют использовать бензин марки АИ-92 или АИ-95. Объем бака рассчитан до 2,5 часов работы на одной заправке. Очень удобно. Полезный совет от специалистов. Если у вас обширная территория, предполагающая ежедневную уборку, лучше выбрать профессиональную многофункциональную технику. Если же снегоуборщик нужен для того, чтобы иногда расчищать дачные дорожки, выбирайте не самоходную, маломощную машину.
Не нужно особых знаний и умений, чтобы управлять такой машиной. К тому же у техники существует специальная защита от поломок. К примеру, если на пути комбайна встретится мусор или большой кусок льда, то сработает специальная защита от заклинивания шнеков. На корпусе машины закреплен специальный инструмент для очистки снеговыброса. Наконец, нельзя оставить движущуюся машину без присмотра. Как только вы отпустите ручку сцепления трансмиссии колес, привод отключится. Прописная истина. Любая техника требует бережного отношения. Потому внимательно читайте инструкцию и следуйте ее указаниям. Тогда снегоуборщик будет служить верой и правдой долгие годы. Магазин инструментов «Мастер» является дилером ведущих мировых производителей бенза, электроинструмента и энергоагрегатов. Индивидуальный подход к каждому клиенту, гарантийный и постгарантийный ремонт и обслуживание. Действует дисконтная система. Подробности по многоканальному телефону 2333-222. Адрес: улица Шаумяна, 93, сайт www.megamaster.ru. Современные технологии – это надежная защита собственности, а в некоторых случаях и жизни людей. А что делать, если проводная телефонная связь недоступна? На помощь приходит охранная видеосистема сигнализации на основе GSM. Такого еще не было. Для владельцев коттеджа это прежде всего возможность безо всяких собак держать под контролем всю придомовую территорию. В случае тревоги камера подаст сигнал на телефон и при помощи звонка, SMS или MMS-сообщения. Далее два варианта. Если хозяин сотрудничает с охранным предприятием, то помощь придет в течение нескольких минут, но можно и самому принимать решение, какую службу и в какое время вызывать. Интересно, что все это можно делать, находясь за тысячи километров от дома. Лишь бы был интернет, чтобы получить информацию через персональный компьютер или сотовый телефон. Крайне актуальна эта охранная видеосистема в том случае, если ведется строительство или капитальный ремонт. Дорогостоящие материалы плюс незнакомые рабочие – не самый спокойный вариант. Интернет, и вы всегда в курсе, что происходит на вашей стройке. Кроме того, камера работает в инфракрасном режиме. Это означает, что ведется ночная съемка. Камера работает как датчик движения и датчик вибрации и может работать без электричества 48 часов. Для коммерческих же структур такая система прежде всего видеонаблюдение. Ну и безопасность не последнее дело. Для примера возьмем этот придорожный павильон. Много людей на трассе и не всегда у них добрые намерения. Вот поэтому и было принято решение установить здесь беспроводную сигнализацию. Не так давно это было сделано, но свои плоды уже принесло. Зашел пьяный мужчина с ножом в руках, да. Ну, перебрал сильно. Пришел, его никак не могли отсюда выгнать. Потом, когда кнопку нажали, да, быстро, там минут, наверное, 5-7, ребята приехали, забрали его. На 5 суток посадили. Жилые дома, офисы, складские и производственные помещения. GSM-сигнализация пригодится везде. Кстати, камера, с которой поступает сигнал, может работать летом при температуре плюс 55 градусов, а зимой до минус 60, и уральские морозы ей нипочем. Частное охранное предприятие «Ритмурал» предлагает охрану объектов недвижимости и транспортных средств. Установка охранно-пожарных сигнализаций на объекты недвижимости, GSM-трекеров на транспортные средства, видеонаблюдение, охрана объектов. Телефоны компании 378-28-47 и 201-00-12. Смотрите далее в программе «Полезные метры». Стильный, а главное экологичный дом. Выбираем отделочные материалы. Деревянный стиль в отделке интерьера актуален всегда. Пожалуй, ни один из современных отделочных материалов не может сравниться с традиционным деревянным покрытием. Но покрытие покрытию рознь. Производители предлагают удивительные по красоте и практичности материалы из натуральной древесины и другие отделочные материалы для дома. Давайте в них разберемся. При выборе деревянного напольного покрытия многие, как правило, обращают внимание на внешний вид. Очень важно, чтобы пол соответствовал общей стилистике интерьера. Что касается сортов древесины, используемых для массивной доски, здесь пальму первенства держит дуб. Цвет этого природного материала в широком диапазоне от светло-коричневого до насыщенного шоколадного. Свой оттенок можно подобрать практически для любого решения интерьера. Со временем дуб немного темнеет, что придает массивной доске оттенок благородной старины. Дубовый паркет прочен, долговечен и устойчив к внешним воздействиям. В нашей стране большим спросом пользуется массивная доска из экзотических пород деревьев. За счет мелкопористой древесины материал не подвержен гниению. К тому же он очень долговечен и эстетически привлекателен. А еще с помощью такого материала можно воплотить любые дизайнерские решения. Определившись с выбором напольного покрытия для дома, приступаем к отделке стен.
Полезный совет от специалистов. Выбирайте обои не только по внешнему виду. Очень важно обратить внимание на характеристики материала и подобрать идеальный вариант для каждого помещения. Последние тенденции нескольких лет, скажем так, все-таки это экологически чистые материалы. И в обоях сейчас популярны все-таки это бумажные и флизелиновые обои. У коллекции есть обязательно этих обоев акриловое защитное напыление. Плюс, что касается поклейки, то есть прежде всего зависит от специалистов, которые наклеивают, насколько это грамотные, подготовленные, хорошие мастера. Еще один уникальный материал – террасная доска, экологичный и качественный. Изготавливается из натуральной древесины, кумару, мербау и ипе. Этой доске присущи все плюсы натуральной древесины – экологичность, долговечность, красота. При этом минусы дерева исключены. Террасный настил невосприимчив к воздействию плесени и грибков, а также надежно защищен от разрушений при достаточном притоке воздуха. Для ухода достаточно воды и щетки. Специальная обработка доски в виде мелкого или крупного репления исключает возможность скольжения даже при повышенной влажности. Лучше всего один раз вложиться, но приобрести террасную доску из экзотической породы дерева, но она вас прослужит порядка хоть до 100 лет. Выбор отделочного материала – процесс важный, творческий и очень интересный. Главное, перед тем, как определиться с выбором, посоветоваться со специалистом и досконально изучить все предложенные варианты. Тогда интерьер дома станет предметом вашей гордости на долгие годы. Компания Majestic Floor является эксклюзивным представителем голландской компании Majestic Floor, одного из ведущих мировых производителей массивной и террасной доски. Также компания предлагает огромный выбор эксклюзивных бумажных обоев. При покупке возможна рассрочка и кредит. Звоните по телефону 213-79-37 или приходите по адресу Радищева, 33, салон Majestic Floor напротив Ленинского ЗАГСа. Сайт компании www.majestic-ural.ru. Обновить квартиру летом просто. Например, поставить новые межкомнатные двери в свое семейное гнездышко. А вот выбрать сложно. Множество фактур, разнообразная цветовая гамма, различные материалы. Массив дерева хорошо и солидно, но дороговато. Ламинированные двери доступны по цене, однако недолговечно. Поэтому выбираем шпон. Шпон – это пласт натуральной древесины ценных пород толщиной всего от 0,5 до 0,8 мм. Он приклеивается сверху на основу. Основой может служить массив или клееный щит из недорогих пород древесины, панели ДСП, МДФ и другие материалы. Шпон подвержен различной обработке, в том числе его тонируют в разные цвета, получая интересные результаты. Производители иногда комбинируют разные породы и расцветки, складывая мозаичные узоры. В ряде случаев шпонирование – это уникальный, единственный способ раскрыть всю красоту дерева. В результате шпонирования получается материал, внешне неотличимый от натуральной древесины. При этом прочный, долговечный, простой в уходе. Новинка итальянских и западноевропейских технологий – экошпон. Это материал нового поколения. К тому же экологически безопасный, износоустойчивый и долговечный. Такое покрытие не затирается, не трескается и долгое время сохраняет свой цвет и текстуру. Новые технологичные решения есть и у стальных дверей. Например, дверная коробка этой модели выполнена из металлического профиля сложного сечения и имеет замкнутый контур, усиливающий прочность и жесткость конструкции. А три контура особого уплотнителя повышают тепло- и звукоизоляцию. Благодаря специальным противовзломным штырям двери не страшны любые взломы. Каждый открывает дверь в дом своей мечты. А какой будет ваша дверь? Можно выбрать прямо сейчас. За интернет благодарим компанию «Кабинет». Нужен новый телевизор. Нужно новое телевидение. Твое ТВ. Лучшие телеканалы в HD-качестве. По доступной цене. Потому и подключили.